Смотри! Эй! Эй! Федерации Айкидо России.
команда сегодня выступала, когда одновременно выступали и представители Атамики, Айкидо и Айкикай. И когда весь зал радуется росту мастерства и замечательным выступлением, не задумываясь о том, это Юшинкан, Атамики, Айкидо или Айкикай. Наверное, это самое главное. Наверное, в российском айкидо становится не только больше мастерства, но и больше гармонии. Я думаю, что если бы О-сенсей видел сегодняшний фестиваль, он бы за нас порадовался. Поздравляю вас!